от меня. А хочу еще одно стихотворение? Для... И прочесть еще одно стихотворение для детишек чуть-чуть постарше. Подростков. Тебя же никто не держит. Мы сейчас слушаем лекцию детского психолога, который говорит, как трудно с подростками. Вот для подростков и детей, взрослых, которые тоже остаются детьми, такое стихотворение, которое называется «Тебя никто не держит». Я знаю девочек, которым кажется, что они взрослые. Они не спят ночами и мучают себя вопросами. Почему эта жизнь так сложна и полна агрессии? Для затяжного урока стресс перерастает в сессии. Ты разбиваешь себя в лепешку, но остаешься в круге, где никто не знает ничего друг о друге, где всем сбивают на то, что ты не спишь ночами, и только крыши домов разделяют твое отчаяние. А то, что дальше ждет, всего лишь знак вопроса. Тебя всегда учили, что брать нельзя без спроса. Но эта жизнь твоя. Не надо ждать до старости. Не успеешь заметить, как времени не останется. И когда ты доживешь до седого волоса, тебе все-таки захочется иметь право голоса. Напиши картину. Станцуй на танцполе. Покажи свою силу, прояви свою волю. Если точно знаешь, что нужно сделать, сделай именно то, что всегда хотела. Никто не сделает твою жизнь лучше. Просто сердце свое научись слушать. Ты столько лет провела в пустых надеждах. Выйди из клетки. Тебя никто не держит. Спасибо.